Постановление наследственных прав и порядок признания факта опекунства, вопрос защиты прав при выселении из аварийного дома, вывоз ТКО и проведение капремонта в многоквартирных домах. Эти темы стали основными на приеме граждан, который проводил депутат Государственной Думы России Виталий Бахметьев. Марина Топоркова пришла на прием к депутату с вопросом. Скоро их дом на 12-м участке будут расселять, а она не является собственником. Квартира раньше принадлежала бабушке, потом брату, который недавно умер. Сможет ли она с ребенком по закону теперь переехать в новую квартиру? Вы зарегистрированы в этой квартире? Я могу сказать, что без жилья вы не останетесь однозначно. Остаться на улице. Опасаюсь, что я останусь без жилья. Благодаря депутату. Ну, сказал, что возьмет под свой контроль и, дай бог, поможет. Виктор Сарафанников приехал на прием из поселка Арсинский. Он доброволец СВО, в бою был ранен. До сих пор не получил федеральные и региональные выплаты. Кроме того, ему положено удостоверение ветерана боевых действий. Пока вы не получите удостоверение и пока вы не получите выплаты, я с этой контролем не сниму. Буквально через неделю мы опять свяжемся со всеми, переговорим и с Тагайбатским районом. Сегодня документы уже направлены на оформление в областной военкомат. Что касается выплат, этот вопрос решается. По словам Виталия Бахметьева, сейчас очень много вопросов, связанных с СВО и получением положенных выплат бойцам или их родственникам. Погиб внук, бабушка воспитывала внука, и никаких выплат не получила. Ни президентских, ни региональных, потому что она бабушка. Но сейчас будем смотреть, будем помогать бабушке, чтобы она все-таки получила эти выплаты, потому что она воспитывала внука. Она была опекуном, сейчас нужно это доказать, и тогда она, я надеюсь, что она эти вещи обязательно должна получить. Все граждане во время приема получили юридическую консультацию. Кроме того, были подготовлены соответствующие депутатские запросы. Обрабатывается каждое обращение. Юлия Черешнева, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИ.